Привет, друзья, что сегодня сулят звезды. А также, так как мы весь прошлый год собирали для вас приметы на каждый день, чтобы не повторяться, вы можете посмотреть приметы на этот день по ссылке в описании или по подсказке в углу экрана. Овен. Сегодня день вас ждет сложный. Вам не стоит начинать новых дел, не закончив предыдущие. Из-за этого вы потеряете прибыль, и у вас возникнет еще масса проблем. Постарайтесь сосредоточиться на чем-то одном. Телец. Сегодня судьба вам преподнесет неприятный сюрприз. Это будет либо неприятное известие, либо подлый поступок со стороны близкого человека. Но для вас это станет отличным жизненным уроком, поэтому сделайте правильные выводы. Близнецы. Очень тяжелый день. Сегодня вам придется усердно поработать и доказать свою важность. С коллегами у вас очень непростые отношения, но сегодня у вас будет шанс все исправить и показать себя с лучшей стороны. Рак. Вас подстерегают хлопоты. Вероятно, вы будете вынуждены отменить долгожданную поездку и вместо приятного отдыха взвалить на себя дополнительные обязанности, к исполнению которых вас призовет чувство долга и собственного достоинства. Лев. Сегодня не нужно ставить перед собой глобальные задачи. Они не оправдают ваши ожидания, а только испортят вам настроение. Займитесь чем-то не очень сложным и больше времени уделите просто отдыху и релаксу. Дева. Включите рациональность и интуицию и оцените факты. Тщательный анализ ситуации поможет вам понять, почему все так произошло. Весы. Вы много времени уделяете своему имиджу и тому, что о вас говорят. Не всегда мы идеальны и в обществе не любят идеальных людей. Будьте попроще, и друзей у вас станет больше. Не нужно на всех смотреть свысока. Скорпион. Сегодня не стройте дальновидных планов, они не оправдают ваши ожидания. А вы только расстроитесь. Живите здесь и сейчас. Устройте себе праздник и просто наслаждайтесь жизнью, несмотря на все проблемы. Стрелец. Напряженный, двойственный день. Проходит под знаком защиты нравственных принципов и внутренней свободы. Возможно, у вас появится шанс проявить таланты или продемонстрировать деловую хватку. Только ни в коем случае не беритесь за дела, о которых вы не имеете полного представления. Козерог. Сегодня вам сообщат неприятную новость, которая в корне поменяет вашу жизнь. Наконец-то вы трезво, без розовых очков, будете смотреть на мир. Сможете наконец-то избавиться от недругов в вашем окружении. Водолей. Очень тяжелый день. Будьте очень внимательны и ответственно подойдите к решению ваших текущих дел. Не делайте поспешных выводов и, если сомневаетесь, попросите совета у начальства. Рыбы. День активизации темных сил. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Небольшая встряска вам не помешает. Темные своей деятельностью в конечном счете пробуждают усиление и противодействие светлых качеств характера человека и способствуют прогрессу. И наоборот, везение и исполнение желаний не всегда ведет к счастью. Так что все, что не делается, к лучшему. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.